Добрый день, друзья и гости моего канала. Вы на канале «Хочешь быть счастливой? Выращивай цветы». Сегодня я хочу показать вам, как я укореняю, ставлю на черенок петунию в августе. Вот посмотрите, моя петуния. Мы с вами уже обрезали ее. Я показывала, как я ее обрезаю. Прошло буквально 2 недели, и петунька подросла. Вот эти вот череночки еще можно оставить, как бы подрастать. Но вот монстрик, он прям буйствует. Хочет он цвести, и на каждом этом, видите, у меня получается цветочек. И решила я его укоренить. Что я приготовила? Приготовила я вот такой контейнер с крышечкой. Я уже укореняла в них. Вот, посмотрите, в марте, зимой я тоже показывала это видео. Здесь у меня корневин. И приготовила воду. На литр воды я налила 2 капли HB. HB это у нас стимулятор роста. Торф сфагнум. Вот так вот я слегка прижму. И сверху сейчас мы опрыскаем его. Торф у меня такой довольно-таки влажный, так как он продавался в магазине, в мешке, они там влажные. Никаких перлитов я добавлять не буду, потому что сейчас полную вот эту вот тепличку я заполню только вот монстриком. Еще хочу сказать, по моим наблюдениям, в августе намного хуже черенки укореняются, чем весной. Если весной в основном 100%, ну 90% точно, в августе где-то 50%. Поэтому мне надо всего черенка, укоренившиеся штук 5, ну я сделаю полную вот такую вот тепличку. И что укоренится, то оставлю. Так, и сбрызну. Хорошенько взбрызну я на штор вот этой водичкой с HB. Чтобы было влажно, потому что потом я не буду ее открывать, не буду трогать. 2 недели, и наши черенки уже укоренятся и даже уже будут расти. То есть через прозрачную крышечку вы это увидите. И берем с вами черенок. Вот, постараемся взять как не совсем маленький, но и не совсем большой череночек. Сейчас мы с вами его отыщем. Вот, допустим, вот такой вот череночек. Такой вот маленький, хорошенький череночек. Хорошо он укоренится. Убираем, обязательно убираем с вами цветочки, они нам не нужны. Вот так вот. Вот такой вот череночек у нас получается. Нижний листочек мы убираем. Верхние листочки я не трогаю. Тут вот один междоузел у нас есть. Корневин его. И торф. Немножко прижму. Вот таким вот образом сейчас я наберу череночки. Я набрала еще череночков, еще вам покажу. Хочу сказать, что весенние череночки, они намного нежнее, чем летние череночки. Но летние череночки, они довольно-таки сильные. Нежные череночки, на мой взгляд, укореняются намного легче. Вот такие вот у меня череночки. Сейчас я их все поставлю, закрою крышечкой и забуду. А ставить я буду их дома. У нас очень холодно почему-то. Сегодня ночью было всего-навсего 3 градуса. А череночкам нужно тепло. То есть 20-22 обязательно должно быть. Так что поставлю дома, светло. И хорошо им там будет. Так, но остальные череночки я сейчас доберу, не буду. И вот таким вот образом я их тыкну. И опять сверху попрыскаю этой же водичкой с HB. Закрою, и наши череночки будут расти и пускать корешочки. Потом я их пересажу в отдельные стаканчики, и будут они у меня дальше расти и так уходить в зиму. Когда буду заносить свои череночки домой в зиму, как я там буду за ними ухаживать, я обязательно вам все это покажу. На этом все. Вот такой вот быстрый, легкий способ черенкование нашей петунии. И не надо устраивать танцы с плясками, потому что она очень хорошо черенкуется. Абсолютно все я черенкую так.